сезоне 2015 года Атырау и Тобол между собой встречались два раза. В первом матче Атырау принимал Тобол у себя на резервном стадионе «Судоремонтник». Со 40 минут Атырау завладел инициативой и в начале игры имел хорошую возможность открыть счет игре. Но сербский форвард Атырау Милош Трифонович промазал с выгодной ситуацией. В ответ Тобол провел хорошую атаку с фланга. После подачи Игоря Юрина гол забил африканский форвард Тобола Учикалу. Преимущество Тобола продержалось вплоть до 70-й минуты матча, когда Адибе заработал штрафной вблизи ворот Петухова. Стандарт прекрасно реализовал украинский хавбек Атырау Владимир Аржанов. Счет стал 1-1. Через 4 минуты Тобол провел хорошую атаку. Форвард костанайцев Учикалу ворвался в штрафную и упал. Главный арбитр матча Денис Исмайлов рассмотрел в этом моменте нарушение правил со стороны Адибе и назначил пенальти. Пенальти реализовал Игорь Бугаев. Счет стал 1-2. В самом конце встречи нигерийский защитник Атырау пошел в атаку. Адибе ворвался в штрафную и упал в гуще игроков Тобола. Но вместо пенальти увидел перед собой желтую карточку, которая стала для него второй в этом матче. Так, в первом матче костанайцы увезли из Атырау 3 очка. Согласно регламенту чемпионата, ответная игра между Тоболом и Атырау прошла в Костанае. Уже на 36-й минуте матча Атырау открыл счет в игре. После подачи Максата Байжанова отличился Антон Григорьев. Следом у футболистов Атырау была хорошая возможность увеличить преимущество, но вышедший 1-1 Максат Байжанов не сумел переиграть молодого голкипера Бусурманова. В начале второго тайма костанайцы сравняли счет. Сделал это прекрасным ударом издали Иван Садовничий. Ровно через 10 минут костанайцы повели в счете. Сергей Яворский бильярдным ударом сделал счет 2-1 в пользу Тобола. Однако, к чести Атырау, команда сумела отыграться. Вышедший на замену Константин Заречный проявил индивидуальное мастерство и забил не менее красивый гол. Так счет стал 2-2. Свой гол Константин Заречный посвятил покойному отцу. В конце матча Атырау имел еще одну хорошую возможность забить гол. Максат Байжанов пошел в обводку. Защитникам Тобола не оставалось ничего, как свалить против полузащитника Атырау. Стандарт исполнил Стефан Эссаме, но его удар пришелся в стенку. В итоге в сезоне прошлого года Тобол переиграл Атырау по сумме двух встреч. Как сложатся матчи Тобола и Атырау в этом сезоне, мы узнаем уже в ближайшую субботу, 19 марта. Всех любителей футбола мы приглашаем на стадион «Судоремонтник». Начало матча в 15:00 по местному времени.